Ну, конечно. Ну, просто тогда перегрузили Thank you.
Уже скоро вообще все будет. Дорогие коллеги, начинаем наше заседание. Как вы понимаете из автореферата, руководителем нашего сегодняшнего диссертанта является наш председатель Сергей Владимирович Рожнов. Поэтому председательствовать на сегодняшнем заседании буду я, Алексей Владимирович Лопатин. Судя по явочному листу и нашему экрану, у нас защита проводится частично в дистанционном режиме. У нас есть кворум. Все участники подключились. Николай Николаевич Марфенин, Марина Спартаковна Афанасьева, Александр Сергеевич Алексеев и Алексей Юрьевич Розунов. В зале находятся Сергей Владимирович Розунов, Алексей Владимирович Лопатин, Татьяна Борисовна Леонова, Вера Александровна Коновалова, Александр Карамович Агаджанян, Ольга Борисовна Афанасьева, Александр Федорович Байников, Инесса Анатольевна Веслобокова, Виктор Александрович Захаров,
Василий Венгерович Мета, Игорь Витальевич Новиков, Павел Юрьевич Пархаев, Сергей Петрович Попов и Михаил Александрович Федонкин. Никого не забыл? Будьте добры, Ольгу Леонидовну Косовую нам впустите, пожалуйста, на конференцию. Она уже там была. Она прошла? Да. А то она мне написала буквально секунду тому назад. Ольга Леонидовна дистанционно. Да. Косовая. И Андрей Юрьевич Журавлев здесь, второй оппонент. Ведущая организация Преслава Зоологический институт. Таким образом, кворум имеется, оппоненты присутствуют. Прошу для лучшего качества связи всех, кто участвует дистанционно в нашем заседании, микрофоны сейчас отключить и включать их только по мере надобности. То есть, когда будете задавать вопросы, участвовать в дискуссии, выступать и так далее. Итак, сегодня у нас защита диссертации Казанцевой Елизаветы Сергеевны «Регенеративное почкование палеозойских рукоз как возможное начало становления колониальности». Представленная на соискании ученой степени кандидата биологических наук по специальности 1.6.2 палеонтология стратиграфия. Как видите, это новый уже шифр. Работа выполнена у нас в Палеонтологическом институте имени Борисяка Российской академии наук. Научный руководитель Сергей Владимирович Рожнов, академик Российской академии наук, доктор биологических наук, руководитель лаборатории высших беспозвоночных ПИНРАН. Оппоненты. Кандидат геогомерологических наук по специальности 250002 палеонтология и стратиграфия Ольга Леонидовна Косовая, ведущий научный сотрудник отдела стратиграфии и палеонтологии в СИГИИ, и доктор биологических наук Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ. Ведущая организация – Зоологический институт Российской академии наук. Я прошу секретаря ученого диссертационного совета сообщить о наличии всех необходимых документов. Соискателям представлены все необходимые документы. Заявление, копия диплома о высшем образовании, справка о сдаче кандидатских экзаменов, отзыв научного руководителя Сергея Владимировича Рожнова, положительное заключение организации палеонтологического института, в котором была выполнена работа, диссертация и автореферат диссертации, согласие на проведение защиты в дистанционном режиме. Все документы оформлены в соответствии с требованиями ВАК. Члены совета, есть ли вопросы по документам? Спасибо, вопросов нет. Слово предоставляется Елизавете Сергеевне Казанцевой для 20-минутного доклада. Пожалуйста, Лета. Большое спасибо. Меня зовут Казанцева Елизавета Сергеевна. Я представляю свою работу «Регенеративное почкование палеозойских рукоз как возможное начало становления колониальности». Эта работа является достаточно актуальной в настоящее время, поскольку вопросы возникновения колониальности у различных групп животных мало разработаны, изучены довольно слабо, в том числе в рамках изучения кораллов, поскольку, к сожалению, бывшая и довольно продвинутая советская школа кораллистов в настоящее время испытывает сильный упадок. Степень разработанности механизмов регенерации колониальности внутри группы рукоз невысока. Однако, в соответствии с имеющимися новыми данными, новыми подходами к методике изучения рукоз, часть вопросов о механизме регенерации, о строении колоний удалось решить в рамках работы. Прежде всего, как я уже сообщила, это удалось решить благодаря проработке новой методики изучения этой группы, в частности, микротомографии. Поскольку рукозы являются одной из модельных групп палеозоя и довольно распространены как в биологическом масштабе, так и в географическом масштабе, они действительно являются важной группой для изучения этих вопросов, поскольку проливают свет на эволюционную биологию развития кишечно-полостных. Следовательно, были изучены частные случаи регенерации и колониальности,
механизмы возникновения и причины возникновения этих процессов и возможная тенденция перехода от одиночного существования к колониальному с точки зрения как строительства скелетов и механизмов строительства этих скелетов, так и с точки зрения условий внешней среды. Основной целью данной работы является детальное изучение регенерации рукоз, которая отражается в морфологии скелета, выявление особенностей протекания данного процесса, которое важно для отнесения регенерации к одному из трех известных типов биологии. Это эпиморфоз, компенсаторная регенерация и морфолаксис. Также для того, чтобы эти данные приобщить к данным, используемым в современной биологии, было необходимо сделать большой литературный обзор, то есть были поставлены следующие задачи. Это обобщение общих сведений об онтогенезе и проявлении регенерации, рассмотрение и связь воедино общей терминологии, которая используется как при описании изучаемых процессов на ископаемом материале, так и на современных животных. Также разработка комплекса современных методов для расшифровки остеогенеза и регенерации, в том числе для повышения эффективности микрорентгеновской томографии. Следующей задачей было выявление и описание особенностей регенеративных и остеогенетических процессов, механизмы их протекания на примере некоторых рукоз из ордовика, силура и карбона. И последней важной задачей было выявление влияния условий внешней среды на развитие регенеративных и остеогенетических процессов. Для начала скажу, что вопрос в литературе все же неоднократно поднимался, поэтому в работе присутствует сравнительно небольшой раздел истории изучения регенерации и колониальности рукоз. Я выписала отсюда основные пять этапов. Это становление первой школы королистов, первые сведения о колониальности, отечественная школа королистов, выделение протокоролита как первой особи в колонии и современные представления о проблеме. Конечно же, я даю лишь малую часть того, что на самом деле упоминается в работе. В работе действительно несколько информативных разделов посвящены обзору, литературному обзору на рукозы. Это помимо истории изучения, это общая характеристика подкласса, материалы места нахождения и аннотированный список изученных рукоз. Также работа представляет собой и то, на чем основано защищаемое положение, то есть работа с практическим, в том числе, материалом. Здесь самой важной частью является глава регенерации возникновения колониальности рукоз, также методы изучения и не менее важная глава особенности терминологии вопросов регенерации и колониальности. Материал в работе довольно обширный, всего 279 экземпляров, 9 экземпляров из ордовика Эстонии, представлены такими родами, как ламбелязма, каденофилум и примитофилум. Более обширный материал – это силурийский материал, 138 экземпляров из силура Эстонии, представлены такими родами, как полифилум, ацервулярия, микроплазма, триплазма, микофилум и склотеймофилум. И каменноугольный материал, самый обширный в данной работе, представлен преимущественно типичными представителями среднего карбона московской синеклизы, такими родами, как бетрофилум, оксофилум и гжели, характерные для верхнего карбона. Работа основана на пяти защищаемых положениях. Первое защищаемое положение о применении новой методики пропитывания скелетов кораллов двуокисью церия позволяет значительно повысить их контрастность по отношению к вмещающему и заполняющему полости матриксу при рентгеновском микротомографическом исследовании. Предпосылкой к возникновению этих методик было желание автора повысить качество срезов как при шлифах, так и при томографии, поскольку микротомография – это действительно очень важный метод, который может применяться в палеонтологии, но он сильно ограничен сохранностью экземпляров. В попытках повысить контрастность были проведены эксперименты по использованию ювелирного красителя и сделана технология, которая позже была также применена для пропитки материала электролюминофором, в качестве которого путем экспериментов был выбран минерал, была выбрана двуокись церия. Суть метода я сейчас подробно рассказывать не буду, но в любом случае эта методика новая, описывающая не только полезность пропитки, которую мы можем видеть на следующем слайде, но и ее технологию. Здесь мы видим слева два среза неконтрастированные, то есть оригинальные. Левый гжели рулье не очень качественный дает результат, правый дает более качественный результат, поскольку экземпляр окремнен.
Справа мы видим виртуальный срез ветрофилем коникум после контрастирования, до и после. На левой картинке под буквой А мы видим до, то есть мы не можем различить скелетные элементы. На картинке Б мы видим контрастированный срез, который позволяет нам различить все септальные элементы. Поскольку данная методика основана на принципе рентгеновской микротомографии, а не самом материале, велика вероятность применения этого подхода к изучению других групп ископаемых животных. Второе защищаемое положение – все разнообразие структур, которое возникает при восстановлении скелета у рогоз после повреждения или частичной гибели полипа, среди изучаемых экземпляров сводится к трем общим типам регенерации, известным у современных животных – это эпиморфоз, компенсаторная регенерация и морфолаксис. Компенсаторная регенерация изображена под буквой А. Здесь мы видим последовательный срез рогоз, где происходит омоложение коралла, то есть уменьшение его диаметра и уменьшение количества скелетных элементов, то есть возврат к более ранним стадиям. Под буквой Б мы наблюдаем эпиморфоз, то есть залечивание части коралла после повреждения, обособленного стенкой. И под буквой В мы наблюдаем явление морфолаксиса, при котором поврежденный коралит не может продолжать свое развитие, поэтому начинает формировать регенеративные почки. Это же наблюдается, естественно, и на экземплярах. Например, мы наблюдаем эпиморфоз у аксофилема кавум. Компенсаторную регенерацию наблюдаем довольно часто, но довольно интересный пример у триплазмы ловини с многократными следами омоложения и уменьшения в диаметре. Морфолаксис также мы наблюдаем довольно часто, ему будет посвящена большая часть работы. Это образование множественных почек у одиночного экземпляра, в данном случае ветрофилем коникум. Было выявлено, что соответствующие, что наблюдаемые тенденции у ископаемого материала соответствуют тем тенденциям, которые наблюдаются у современных животных. Соответственно, была введена глава терминологическая, специально для описания регенеративных и остеогенетических процессов, чтобы связать нашу терминологию и биологическую терминологию воедино для описания одних и тех же процессов, пусть и на разных уровнях. Третье защищаемое положение. Изучаемые шлифы и виртуальные срезы показывают, что при морфолаксисе размер и строение сегмента материнского королита, на котором развивается регенерирующая часть полипа, определяет особенности морфологии и симметрии растущей регенеративной почки. По взаимному расположению плоскостей симметрии почки и материнского королита выявлены три типа регенеративных почек. Это дупликатная, которая копирует плоскость симметрии материнского королита, реверсивная плоскость симметрии почки перпендикулярна плоскости симметрии материнского королита и сегментная плоскость симметрии почки параллельно наиболее выраженным септам сохранившегося сегмента материнского королита. Это, конечно, здесь мы видим более, надеюсь, понятную реконструкцию, как она должна выглядеть. То есть у нас при дубликатном положении главные противоположные септы у почки и у материнского королита будут параллельны друг к другу, у реверсивной перпендикулярны, у дубликатной плоскость симметрии, которую мы проводим через главную противоположную септу, будет соответствовать наиболее выраженным септам в сегменте, на котором она была образована. Это же может наблюдаться не только на разных экземплярах, но и на одном. Здесь показаны виртуальные срезы, полученные путем рентгеновской микротомографии, ветрофилем коникум, где наблюдается последовательное образование ряда почек, каждая из которых может быть как реверсивной, так и дубликатной. Таким образом, при морфолаксисе размеры и строение сегмента материнского королита, на котором развивается регенерирующая часть полипа, определяют особенности морфологии и симметрии растущей почки. Четвертое защищаемое положение. В результате регенерации по типу морфолаксиса у одиночного коралла появляются регенеративные почки, которые могут формировать псевдоколонию. В отличие от истинной колонии, возникающей в результате вегетативного размножения при растущих совместно с материнским королитом или протокоролитом новообразованных почках, псевдоколония формируется исключительно из регенерационных почек, которые развиваются на месте погибающего полипа. Псевдоколониальность была встречена на ряде экземпляров и зачастую изучалась именно с точки зрения положения септ. Но в данном случае я показываю микроплазму Шмидта, которую зачастую в разрезах определяют как именно колониальный цервулярий ананас, отличную тем, что септы представлены короткими шипиками на поверхности диспиментов. В таком случае для понимания ориентировки почек изучалось положение диспиментария, то есть пузырчатой ткани.
Псевдоколониальность также была встречена в силуре у Полифилем Сошкина, где новообразованная почка некоторое время продолжала свое развитие до гибели, но тем не менее погибает все равно довольно быстро. Хорошо псевдоколониальность видна на виртуальных срезах. Здесь, как мы уже видели, Ботрофилем Хоникум, где одиночный короли погибает, и мы видим на последующих стадиях, что скелет, что формирование скелетных элементов материнского королита останавливается, но продолжается формирование последовательных почек, которые при взаимном росте вступают в конкуренцию между собой. Это же наблюдается на самом деле у довольно многих примеров Ботрофилем Хоникум. При этом зачастую почки формируются и погибают именно в зачатке, не успевая продолжить свое развитие до взрослых стадий. Сравнение псевдоколониальности проводилось с истинной колониальностью на нескольких экземплярах, имеющихся в коллекции. Это Энтелофилем Артикулятум из раннего силура Эстонии и Ацервулярий Ананас, довольно распространенный вид для Эстонии. Два различных вида колонии, которые формируются примерно по одному и тому же принципу, то есть заложение почек в секторах, которые хорошо видно на этом изображении. Здесь мы видим, что в различных секторах все почки, которые формируются у колониального экземпляра, плоскости симметрии почек параллельны плоскости симметрии материнского королита. Почки формируются в секторах, но по мере роста испытывают некоторое расхождение, которое, возможно, связано с тем, что направление роста у них несколько различается. Таким образом, при дальнейшем росте как почек, так и всей колонии, взаимодействие между ними минимизируется для того, чтобы они не конкурировали при росте. Если мы говорим о регенеративных почках и почках колониальных, то в первую очередь важно отметить, что почки колониальные более регламентированы, то есть заложены генетически. Заложены генетические положения, заложены генетические положения плоскости симметрии. У регенеративных почек почки возникают практически хаотично в сохранившихся частях королита. Плоскость симметрии зависит от того, насколько сохранилась эта часть поврежденного королита, и при дальнейшем росте почки могут вступать между собой в отрицательное взаимодействие. Таким образом, при морфолаксисе возникают псевдоколониальные кораллы. Я специально выписала определение. По Федоровски это кластер индивидуальных королитов одного вида, растущих рядом, что создает видимость возникновения колониальности в результате вегетативного почкования, но на самом деле они растут автономно. Мы старались уточнить этот термин, поскольку он не исключает возможности просто поселения РГОС рядом и дальнейшего взаимодействия. Поэтому уточняем, что это кластер королитов, возникших в результате регенеративного почкования материнского и может являться переходом к истинной колониальности. Пятое и последнее защищаем положение работы. Регенеративные почки, помимо формирования псевдоколонии, могут в некоторых случаях преобразовываться в специальные корневые структуры, например, у Оксофилум Каум, хорошо отличающиеся от корневых выростов, возникающих в результате разрастания внешней стенки, наличием у них на ранних стадиях формирования внутренних скелетных элементов. Вообще говоря, корневые выросты – это нередкое явление у РУГОС. При этом было выявлено, что два ключевых корневых выростов, которые встречаются намного чаще, это либо заполненные пластинами, либо полые внутри. Нами же был обнаружен ряд экземпляров Эстонфилем Каум. Здесь показаны виртуальные срезы, где на ранних стадиях формирования корневого выроста мы наблюдаем септы, позже наблюдаем полую трубку. И предполагаем, что, скорее всего, у нас была почка, которая начинала свое формирование, но не достигнув взрослых стадий, начала преобразовываться путем разрастания эпитеки. Таким образом, это явление может действительно приводить к тому, что при морфолаксисе королит возможно возникновение не только псевдоколоний, но и иных структур, в том числе корневых выростов. В качестве выводов данной работы я постараюсь говорить как можно более сжато. В первую очередь хотела бы отметить важность использования нового подхода к микротомографическому исследованию, который может применяться не только на кораллах, но и на других группах животных. Также выделение трех типов регенерации на экземплярах РУГОС и, соответственно, определение, что мы подразумеваем как регенерация в виде компенсаторной у РУГОС. Это омоложение и эпиморфоз, залечивание и морфолаксис. Это преобразование одной или нескольких почек.
Следующий важный вывод, то что морфолаксис рукой с разрастанием эпитеки, различные другие типы регенерации могут быть разделены на две основные категории. Первое – это увеличение способности к выживанию, когда материнский каролит не может продолжить развитие и сохранить целостность, и продолжает его путем уменьшения в диаметре, либо путем образования почек. Вторая категория – это увеличение конкурентной способности рукоз по отношению к другим группам. Например, появление сростков, где эпитека намеренно срастается у различных каролитов, оставляя между ними пространство. Следующий важный вывод. Образованные путем морфолаксиса почки были разделены на три типа. Это дубликатные, сегментные и реверсивные. Не менее важным выводом является то, что регенеративное почкование приводит к возникновению псевдоколонии, где псевдоколония – это результат регенеративного почкования одиночного коралла, который визуально напоминает истинную колонию, но образован абсолютно другим путем. Механизм строительства псевдоколонии начинается с регенерации полипа, у которого скелетные элементы перестраиваются при образовании почек, а материнский полип через некоторое время погибает. Из ключевых отличий псевдоколонии от колоний важно отметить, что в первую очередь истинные колонии являются результатом колониального почкования. По характеру взаимного расположения почек они являются сегментными, по соотношению плоскостей симметрии – дубликатными. Почки, образованные в истинной колонии, по крайней мере на ранних стадиях, не конкурируют между собой. Истинные колонии стремятся к массивности при интенсивном росте, псевдоколонии зачастую хотя бы к сохранению одного из каролитов. И, конечно же, псевдоколонии являются результатом регенерационного почкования, истинной колониальности, колониального почкования. Также, помимо псевдоколониальности, у рукоз встречается ложная колониальность, возникающая в результате разрастания эпитеки автономных каролитов. И к другим новообразованиям, связанным с разрастанием эпитеки и возможным морфолаксисом, являются корневые выросты. В качестве напоследок я бы хотела уточнить о том, что у работы действительно присутствует большое количество научной новизны и практической значимости, то есть проработка методики, наши новые данные по методике изучения рукоз, о терминологии для описания регенерационных и остеогенетических процессов могут быть в дальнейшем использованы для изучения других групп животных. Также были выявлены новые данные, позволяющие внести существенный вклад в эволюционную биологию развития кишечно-полостных. И полученные данные могут быть в дальнейшем использованы не только в учебных целях, но и для рассмотрения проблем колониальности других организмов и для рассмотрения методик изучения не только в палеонтологии, но и в других отраслях науки. Спасибо. Спасибо, Елизавета Сергеевна. Доклад емкий и информативный, тема очень интересная. Давайте мы теперь перейдем к вопросам. Организовано это будет так. Коллеги, которые участвуют дистанционно, прямо с голоса, пожалуйста, задавайте вопросы. А те, кто в зале, пожалуйста, вот членам совета микрофон будет Вера Александровна подавать. А все остальные, пожалуйста, спускайтесь, вас тоже должно быть видно на экране, поэтому вам придется вот обращаться к тем микрофонам, которые здесь внизу. Пожалуйста, вопросы. У меня есть вопрос, можно задать? Да, пожалуйста. Николай Николаевич Марфей. Вопрос. Можно, да? Да, пожалуйста. У меня вопрос такой, когда речь идет о колониальных и неколониальных, регенеративных почках. Бывает так, что это встречается на одной и той же особи. И если такое бывает, то есть какой-то морфологический ряд между только регенеративными, только колониальными. Или здесь такой провал, прыжок, скачок. Я бы хотела ответить так. На наших экземплярах, у колониальных экземпляров, регенеративных почек мы не обнаружили. Но, честно говоря, я сейчас думаю о том, что, возможно, при изучении именно колониальных экземпляров никто и не пытается искать там регенеративные почки, и априори почки воспринимаются как колониальные. Поэтому пока что регенерационные почки мы определяем только у одиночных экземпляров. Но, в принципе, если поднять этот вопрос, возможен другой ответ. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, коллеги.
Есть вопросы, коллеги? Елизавета Сергеевна. Павел Юрьевич, пожалуйста. Вопрос такой, поскольку одним из... Пожалуйста, все представляйтесь. Пархаев Павел Юрьевич, член Совета. Член Совета. Поскольку одним из очевидных достижений работы является внедрение новой методики обработки пенологического материала, не могли бы вы немного подробнее рассказать о обработке глубокой цели материала, каким образом это производилось, для того, чтобы оценить, насколько доступна эта методика для других специалистов по другим группам? Да, конечно. Секунду. Если можно попросить. Начнем с того, что методика была действительно получена в результате нескольких экспериментов. И в итоге был использован совмещен метод ювелирной покраски. То есть все мы знаем, что в ювелирном производстве люди берут кварц и красят его в аметист. Если это возможно на любом материале, представленном минералом или горной породой, то почему это не может быть возможно на ископаемом материале, который впоследствии уже тоже по составу соответствует горной породе. Поэтому был использован довольно классический метод. Это пропитка, то есть смесь порошка, в данном случае двуокиси церия, микро- или наноразмерности, с пропиткой. В данном случае выступала пропитка для древесины и минералов анакрол 90, погружение образцов, выдержка в вакууме до тех пор, пока не выйдут все пузыри воздуха. Далее помещение образцов в камеру под давлением 2 атмосферы на сутки и запекание экземпляров в фольге при температуре 90-10 градусов в течение 4-6 часов. Единственное, что мы не можем выполнить непосредственно в палеонтологическом институте, это последнее. Так что в данном случае я действительно все это делаю в нашей шлифовальной мастерской, где у нас стоит камера, где можно поставить образцы под давление, а потом в фольге везла их домой в печь. В принципе, методика доступна, занимает не очень трудозатратно, занимает продолжительное время, но все это время вы не обязаны отслеживать образцы. Не больше 2 дней. Так, спасибо, пожалуйста. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста, Михаил Александрович Федонкин, член Совета. У меня вопрос по поводу регенерации. Значит, предполагается, что прежде чем начался этот процесс, там были какие-то повреждения, да? С чем они были связаны? Можно ли это установить там питание, было или там шторма, там какие-то механические повреждения? Да, действительно, в некоторых случаях, когда у нас нет непосредственного укуса, например, установить повреждение может быть сложно, и для этого нужно поднимать также данные по разрезу. В нашем случае, если мы берем, например, ямской карьер, было точно установлено, что благодаря литологическим, сейсмологическим данным было установлено, что проблема, с которой столкнулись ругозы, это недостаток пространства для расселения. То есть грунт был слишком мягким, из-за этого им приходилось селиться на маленьких гранулах и, в общем-то, друг на друге. Поэтому мы наблюдаем и частое явление карликовости, большое количество ювенильных форм, карликовые небольшие формы типичных видов с множественными почками в статистически большом количестве. То есть, в принципе, в любом случае, выводы, которые мы делаем, если мы не имеем каких-то дополнительных данных, которые мы берем не только по ругозам, то далеко не всегда можно установить те проблемы, с которыми они сталкивались. Как начинался рост? Шел ли он из мягких тканей основного полипа? Или это были, там садились личинки на эти места? Как вы полагаете? Если у нас садится личинка на эти места, то мы видим прикрепительное образование. Если у нас идет рост непосредственно от самого полипа, то зачастую это наблюдается очень хорошо, поскольку при морфолаксисе у нас сначала идет нарушение целостности полипа, то есть скелетные элементы начинают формировать хаотичную массу. И уже позже из этой более хаотичной массы начинают обособляться, я бы сказала, зачатки почек, которые далеко не всегда могут формироваться уже в полноценные почки. В данном случае
есть существенная разница именно на ранних стадиях формирования почек, и она хорошо видна благодаря томографии и последовательным срезам. И вопрос... Михаил Александрович, можно погромче чуть-чуть говорить, потому что YouTube плохо слышно вас. Нет, вы включите микрофон, просто погромче. Сейчас включу. И вот третий вопрос связан вот с чем. Что форма полипа, ну, прикрепленного такого организма, самого королита этого, допустим, нередко находится под влиянием внешних факторов, его рост и искривление, некоторые нарушения радиальной симметрии, там, изменение овальное вместо круглого. И я заметил, что на некоторых рисунках там видно, что, ну, скажем так, ось такая, главная сектор, да, они имеют сходную ориентацию. Может это определяться, скажем, преобладающими течениями, потому что все-таки кораллы собираются. Да, или там другая, фильтр, ну, по сути дела. Является ли какая-то вот такая, вот сотни образцов, и если там, скажем, вот какие-то элементы симметрии, которые вот совпадают, как были на одном или Да, этот вопрос уже в какой-то мере поднимался с Николаем Николаевичем Марфениным о том, что, возможно, они испытывают или слабое спиралевидное закручивание, или есть ли какая-то тенденция. В случае, если есть внешние очевидные факторы, то есть взаимодействие почек друг с другом, тогда, конечно, мы не можем говорить о том, что повлияли какие-то менее очевидные факторы, например, течение. Пока что я с точной уверенностью не могу сказать, наблюдается ли общая тенденция при расхождении. На наших экземплярах мы ее пока не обнаружили. Александр Каранович, пожалуйста. Александр Каранович Агаджанян, член Совета. Ну вот вы нам продемонстрировали. Ну, там ведь очень большой объем возрастной. Естественно, возникает вопрос у любого палеонтолога, будь он даже и не специалист по беспозвоночным, а есть ли какая-то динамика от древних нижних уровней к средним и верхним, соотношение генеративных и истинного и формирования истинной колонии? Спасибо большое за вопрос. Действительно, довольно большой разброс по возрастам. Я объясню, почему. Говорить о тенденции колониальности по карбону или только по силуру, на мой взгляд, нечестно, поэтому мы старались найти, обнаружить эту тенденцию и проследить, прослеживается ли она в других возрастных интервалах. Да, прослеживается, но о том, чтобы говорить именно статистически, на мой взгляд, нужно добавить еще Девон Перм. И очень большой массив данных. Пока что я вам не могу сказать. Я могу сказать, что, конечно, статистически псевдоколониальные встречаются чаще в тех разрезах, где рогозы испытывают по тем или иным причинам затруднения, и псевдоколониальные встречаются чаще у определенных видов. Но о соотношении сказать не могу. Ясно, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Так, ну, если не вижу... Если желающих задать вопрос больше нет, то Елизавете Сергеевне мы предлагаем пока присесть, а слово предоставляется научному руководителю Сергею Владимировичу Рожнову. Ну, я буду краток, я очень доволен работой Елизаветы Сергеевны. Почему? Потому что я ведь не специалист по кораллам, по большому счету, но когда-то, еще будучи студентом, я вот занялся как раз регенерацией у кораллов. Но на довольно примитивном уровне, в смысле оборудования, да, это было при шлифовке и так далее, да, так сказать. А потом, и материала у меня было не так много, там парочку-троечку образцов. А потом, значит, вот когда я увлекся эволюционной биологией развития, то меня заинтересовали там соотношение осей у ругоз-кораллов, но это другая проблема. Я эту работу, как бы так сказать, вот решил реанимировать и написал несколько статей. А тут как раз тогда еще студентка вот, тоже заинтересовалась этой работой,
под влиянием, наверное, Александра Сергеевича, так сказать, вот работы с кораллами. И появилось много материала, много интересных новых методов. И вот Елизавета Сергеевна очень активно подошла и творчески подошла вот к развитию, к изучению этой темы, которую мы с ней вот так выбрали. И сделала, ну, большие успехи. Она, во-первых, обработала очень большой материал, во-вторых, очень достоверно, четко это все зафиксировала, да, и в литературе, и в своих рисунках, которые потом опубликовала. И многие проблемы, которые мне не удалось решить, тогда, вот еще, так сказать, она проявила, она это зафиксировала, она, собственно, решила. И эти ее работы, они, конечно, вызывают очень большой интерес у королистов, которых осталось очень мало в мире. Вот. Ну, еще я хотел добавить, что я надеюсь, что она продолжит дальше заниматься активно кораллами, и это приведет к какому-то возрождению школы королистов в России. Об этом меня просил вот содействовать этому Борис Сергеевич Соколов, когда он был, собственно, главой школы королистов здесь, в России. То эта школа, ну, там сотни были участников, была школа ведущей в мире, но потом это сошло постепенно на нет, потому что они потеряли кораллы свою значимость как для стратиграфии. А сейчас это возрождение может быть основано на развитии эволюционной биологии развития. Это кораллы очень, как и многие другие группы, очень этому способствуют. Да? А многие другие, я имею в виду еще, вот, например, иглокожими, которыми я в основном занимаюсь, аммониты и вообще головоногие. Вот. Так что здесь, я думаю, что большое поле деятельности в рамках вот такого нового развития школы королистов и вообще эволюционной биологии развития на палеонтологическом материале. Ну и на этом я, пожалуй, закончу. В общем, я очень доволен ее работой. Спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович. Теперь Вера Александровна огласит заключение организации, где выполнялась работа диссертанта, то есть заключение Палеонтологического института. Заключение Палеонтологического института имени Борисика, выписка из протокола заседания сектора беспозвоночных номер 2 2 июня 2021 года. На заседании сектора беспозвоночных палеонтологического института, прошедшем 2 июня 2021 года, Казанцевой был сделан доклад «Регенеративное почкование палеозойских рукоз как возможное начало становления колониальности» по диссертации, подготовленной к защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Вопросы задавали сотрудники Палеонтологического института Пархаев, Пахневич, Голубев, Коновалова, Рожнов, Мазаев, Иванцов. После научного доклада и ответов на вопросы данную работу представил доктор геолого-минералогических наук Александр Сергеевич Алексеев, который отметил, что работа является законченным исследованием, имеет несомненную научную новизну. Были заслушаны выступления Пархаева, Новикова и Голубева, сотрудников Палеонтологического института, оригинальность и достоверность полученных результатов. Все результаты, полученные автором, оригинальны и достоверны. Автором исследованы представительные коллекции ископаемых кораллов рукоз. Изучен большой материал из различных и отдаленных географических местонахождений разных. Разных возрастных интервалов. Ордовик, силур, карбон.
Исследованы кораллы, относящиеся к 12 родам и 13 видам. Они хранятся в фондах лаборатории высших беспозвоночных палеонтологического института имени Бориси Каран и Таллинского политехнологического института Эстония. Результаты исследования доложены на 4 конференциях, среди которых одна конференция международная, 13-й международный симпозиум по ископаемым книдариям и париферам. Научная новизна. Казанцевы введены новые термины и предложены новые подходы к шлифованию и томографии палеонтологического материала путем использования контраста на основе двуокиси цезия. Впервые получены полные достоверные данные о последовательном преобразовании скелетов при регенерации и остеогенезе ругоз. Диссертантам выделен 3 типа корневых выростов ругоз – полые сплошные трубки, скелетные и эпитекальные. По характеру развития скелета после повреждения королита было отмечено проявление 3 типов регенерации – компенсаторная регенерация, эпиморфоз и морфолаксис, характерных для современных животных, и выявлены особенности их протекания ругоз. Впервые обозначены закономерности последовательного восстановления скелета и преобразования его симметрии. Казанцевы выделены факторы, запускающие регенерационные процессы и их значимость в становлении остеогенеза ругоз. Описаны 3 типа регенеративных почек, возникающих в результате морфолаксиса – дубликатные, регенеративные, сегментные. Проведено детальное сравнение последовательного строительства почек при регенеративном почковании у одиночных экземпляров и при вегетативном размножении примитивных колоний ругоз. Елизаветой Сергеевной впервые выделена тенденция перехода от регенерации по типу морфолаксис к вегетативному почкованию ругоз. Теоретическое и практическое значение. Полученные Казанцевой данные по тенденции возникновения псевдоколониальности ругоз могут быть использованы при рассмотрении проблем колониальности других организмов в рамках эволюционной биологии. Новые подходы к методике обработки материала и новая терминология, применяемая при изучении колониальности и регенерации ругоз, могут быть использованы для изучения других групп ископаемых животных. Материал работы может быть использован в учебных целях для студентов вузов в рамках учебных курсов по направлениям биологии и наука о Земле. Личный вклад автора. Казанцевы изучены большие коллекции кораллов ругоз. Часть из них собрана диссертантом, часть передана сотрудниками ПИНРАН или хранится в фондовых коллекциях Палеонтологического института и Таллинского политехнологического института в Эстонии. Материалы диссертации были опубликованы в 4 статьях, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных перечнем ВАК, 6 тезисах докладов и материалах конференции. Публикации отражают основные результаты диссертационной работы. Постановили Казанцева, решена актуальная научная задача. Используя новые современные методы исследования внутреннего строения кораллов ругоз, предложены возможные способы возникновения колониальности в результате регенеративного почкования. Диссертационная работа Казанцева представляет собой завершенное самостоятельное научное исследование по специальности палеонтология и стратиграфия, отвечающая требованиям пункта 14 положения о присуждении ученых степеней. Она рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Так, ну, нужно, видимо, еще кем отзыв подписан, это уже. Да, прошу прощения. Отзыв утвержден директором палеонтологического института Алексеем Владимировичем Лопатиным, подписан руководителем сектора беспозвоночных животных Сергеем Владимировичем Рожновым и секретарем сектора беспозвоночных кандидатом биологических наук Алексеем Владимировичем Пахневичем. Спасибо. Следующее наш пункт – это оглашение заключения ведущей организации. У нас имеется положительное заключение Зоологического института Российской академии наук. И я прошу Веру Александровну зачесть его.
отзыв ведущей организации на диссертацию Елизаветы Сергеевны Казанцевой «Регенеративное почкование палеозойских ругоз как возможное начало становления колониальности», представленное СССР неученой степени кандидата биологических наук по специальности палеонтология и стратиграфия. Подробное ознакомление с текстом диссертации и обсуждение ее результатов с сотрудниками зоологического института, занимающимися проблемами сравнительной анатомии беспозвоночных, привело нас к заключению, что предлагаемый на рассмотрение диссертационного совета труд представляет безусловную ценность и вносит заметный научный и методический вклад в развитие современных исследований большой группы ископаемых кораллов. Понимание эволюции ругоза, как и сколь возможно глубокое изучение на ископаемом материале особенностей их роста, размножения и способа образования колоний, должно рассматриваться в качестве необходимого элемента в системе наших знаний об истории биологической оболочки нашей планеты, поскольку появление и закат этой группы обозначает очень яркий этап в ее развитии. Поднятая в последнее время неонтологами тревожная дискуссия о судьбе нынешних рифовых сообществ в условиях переживаемых климатических колебаний делает анализ процессов, влиявших на развитие кораллов в древних морях, особенно важным. Следовательно, актуальность избранной диссертанткой темы не вызывает сомнения. Основные положения, выносимые на защиту, и выводы, сформулированные в диссертации, вполне убедительны и также не вызывают возражений, за исключением некоторых не вполне удачных фраз, о которых скажем ниже, в ряду необходимых для рецензента замечаний. Материал, подобранный автором и руководителем для разработки обсуждаемых проблем, описан в диссертации достаточно подробно. Его объем вызывает уважение и обеспечивает достоверность выводов. По поводу новизны применявшихся методов и «осовремененных» в кавычках подходов хотелось бы сделать некоторые замечания. Совершенно ясно, что диссертант использует наиболее современные, вошедшие в последнее время в употребление методы получения шлифов и виртуальных срезов. Однако мы не смогли понять из текста, насколько оригинален способ обработки образцов с помощью двуокиси церия, изобретен ли он самим автором исследования или усвоен из опубликованных статей продвинутых коллег. В отношении ретроспективного анализа и упорядочения терминологии, применяемой при обсуждении почкования, регенерации и формировании колоний, нужно признать, что здесь диссертантам была проведена очень большая, трудоемкая и полезная работа. Именно новый подход к анализу процессов роста и почкования, употребление более строгой терминологии, в старых работах в этом вопросе не было нужной ясности, обеспечили разделение истинных и ложных колоний, обеспечили новый взгляд на их формирование. Практическая значимость результатов, проведенных диссертантом исследований, несомненна. Ругозы издавна используются в качестве одной из ключевых групп ископаемых животных, на распределение которых опираются традиционные стратиграфические построения. Поэтому их морфологии и эволюции уделяется большое внимание в учебных университетских курсах. Результаты новых, наиболее современных изысканий, посвященных этой группе, уже опубликованные соискателями и изложенные в диссертации, несомненно, привлекут большой интерес в среде профессуры. В качестве замечаний, необходимых в любом официальном отзыве, отметим следующее. Уже во введении, при ретроспективном обсуждении взглядов своих предшественников, молодой исследователь отмечает, детальное описание типов почкования ругоз было дано Сошкиной в 1947 году на примере силурийских и девонских представителей группы. Примерно в те же годы появляется ряд не менее ценных работ, где почка указана как начальная стадия развития коралла при вегетативном размножении. И далее идут ссылки на классические труды американского геолога и биогеографа Джеймса Дэна, опубликованные веком ранее. За весьма уместной ссылкой на основоположников, если так можно выразиться, в кавычках «всеобщей классификации кораллов», ископаемых современных и бесскелетных морских анемон Мильна, Эдварда и Эмма, 1848 год, приведено мнение их соотечественника Вейля в такой форме.
Цитата. Несколько позже, в 1956 году, Вилс утверждает, что почкование материнского королита путем деления должно непременно сопровождаться гибелью материнского королита. Конец цитаты. Несколько позже, это через 108 лет. В разделе, посвященном современным представлениям о почковании ругоз, к сожалению, видим неверное употребление термина. Циносарк назван передаточной соединительной тканью. Циносарк – это в понимании специалистов, занятых изучением гистологического строения мягкого тела современных кораллов, трехслойное образование. В него входят, помимо мезоглии, которую еще можно с некоторой натяжкой назвать соединительной тканью, эктодермальные и эндодермальные эпителии – эпидермис и гастродермис. Циносарк связывает тела полипов в колонии. Его можно было бы назвать органом, но уж никак не тканью. Некоторое удивление вызывает чрезвычайная лаконичность раздела «Палеобиогеография». В нем помещены только карты, отражающие распределение коралловых рифов, в состав которых входили исследуемые автором ругозы, и краткий комментарий к картам. По-видимому, такое невнимание к пространственному распределению объекта исследования легко объяснить тем, что работа посвящена в основном морфологии росту кораллов. Впрочем, в разделе «Материалы местонахождения» даны исчерпывающие сведения о месте сбора ископаемых остатков тех полипов, рост которых столь подробно обсуждается в основной аналитической части работы. В целом работа оставляет очень хорошее впечатление. Она написана ясным, легким для понимания языком. Имеющиеся отпечатки немногочисленны и не затрудняют чтение. Членение текста диссертации по разделам соответствует схеме, принятой в квалификационных работах палеонтологов. Оно достаточно отражено в автореферате и не вызывает возражений. Заключение. Несмотря на отмеченные недостатки, диссертационная работа Казанцевой Елизаветы Сергеевны «Регенеративное почкование палеозойских ругоз как возможное начало становления колониальности» представляет собой оригинальное содержательное исследование. Большая часть результатов опубликована в изданиях и рекомендованных ВАК. Автореферат отражает основные положения работы и содержание всех глав. Результаты работы не только опубликованы, но и прошли апробацию в докладах, то есть прошли широкое обсуждение. Выводы, помещенные в заключительной части, следуют из проведенного автором обстоятельного и глубокого анализа обработанных материалов. Таким образом, работа отвечает требованиям положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым кандидатским диссертациям, а соискатель Казанцева Елизавета Сергеевна вполне заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности 1.6.2 палеонтология и стратиграфия. Отзыв заслужен, обсужден и утвержден на заседании научного семинара Лаборатории морских исследований Зоологического института РАН, протокол номер 2 от 1 февраля 2022 года. Отзыв ведущей организации подготовлен ведущим научным сотрудником Лаборатории морских исследований, доктором биологических наук Сергеем Дмитриевичем Гребельным. Подписан заведующим Лабораторией морских исследований ЗИНРАН, доктором биологических наук Станиславом Григорьевичем Денисенко. И утвержден директором Зоологического института, доктором биологических наук, членом-корреспондентом РАН Никитой Северовичем Чернецовым. Спасибо. Ну, ответы все на замечания будут позже. А сейчас Вера Александровна зачитает и охарактеризует, сделает обзор отзывов, которые поступили к нам в диссертационный совет. На автореферат диссертации Казанцевой Елизаветы Сергеевны «Регенеративное почкование палеозойских ругоз как возможное начало становления колониальности» поступило 8 отзывов. Два отзыва без замечаний, остальные отзывы с замечаниями. Отзыв от Урсулы Юлаевны Том,
заведующий отделом коллекции Института геологии Таллинского политехнического института. В отзыве в качестве замечания отмечено, что, к сожалению, автором некорректно использована стратиграфическая схема Эстонии, где используется горизонт, а не регио-ярус, и все подразделения имеют исторические названия в кириллице. Отзыв Миранцева Георгия Валерьевича с замечаниями, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории высших беспозвоночных палеонтологического института. В качестве замечаний высказывается следующее. В работе имеются неточности, связанные с правильным написанием стратиграфических единиц и местонахождений. Например, не регио ярус Оанду, а Оандузский горизонт, не Кенгисеппа, а Кенгисепп и тому подобное. В качестве местонахождения Батрофилум коникум указан верхний карбон, нижняя часть Касимовского яруса, Воскресенская свита, Касимовский карьер. Данное указание, по всей видимости, ошибочное. В действительности в этом местонахождении одиночные кораллы встречаются массово в нижней части разреза, в отложениях Домодедовской и Песковской свит Мячиковского горизонта, в чем диссертант мог лично убедиться при посещении карьера. Фотографии на некоторых фототаблицах диссертации обладают недостаточным качеством и малоинформативны. В дальнейшем, например, таблица 21, фигура 4. В дальнейшем желательно их переснять с лучшим разрешением. Отзыв с замечаниями от главного геолога управления Геосервис, кандидата геолога минералогических наук Юрия Владимировича Заики, Беларусь. Из города Минска. В качестве замечаний прежде всего следует отметить следующее. Прежде всего, в представленной диссертации от силура сразу сделан переход к карбону. Из рассмотрения выпущен девонский интервал, который дал бы много хороших примеров, даже если сделать только обзор по литературе. В работах различных авторов содержится изображение почкования и местами регенерации ругоз. Было бы важно выполнить по возможности более полный обзор этих сведений и классифицировать их согласно терминологии, предлагаемой соискательницей. Это позволило бы отчетливее связать предлагаемое новое с данными предшественников. Не вполне корректно изложен обзор стратиграфии, в частности, соотношение стратонов разной природы. Цитата: «Горизонт представлен частью зоны» и так далее. Название ряда стратонов не соответствует принятым в стратиграфических схемах. Например, регио ярус, горизонт, принято передавать как Ягараху, Яни, как Яни и так далее. Верхний отдел силура пишется как Пржидоли. Есть отдельные ошибки в написании фамилий. Например, Дыбовский читается как Дыбовский. В разных частях работы встречаются повторы почти одинакового текста. Дублируются очень похожие фразы о псевдопочках, о прикреплении к королитам и тому подобное. В то же время некоторые полученные изображения при подготовке фототаблиц следовало более тщательно контрастировать для лучшей видимости строения, увеличить их или сопроводить схематическими рисунками. Исследователи РУГОС нашли бы многие предположения и выводы соискательницы дискуссионными, в том числе о наличии РУГОС циносарка. Тем не менее, существование циносарка у части родов вполне допустимо. В целом, соискательницей проделана большая работа по описанию регенерации и почкования, хотя результаты безо всякого ущерба для научного смысла можно было изложить более сжато. Местами идет речь о различных проявлениях целесообразности или о стремлении к колониальности,
страница 188 и другое. Не исключено, однако, что вместо стремления наблюдается лишь форма реакции на сильное нарушающее воздействие, полезность результатов которой определялась скорее случайными факторами, а не целесообразностью. Высказанные выше критические замечания нисколько не противоречат тому, что в работе есть, безусловно, положительные стороны и результаты, которые было бы важно развивать в дальнейшем на более обширном материале. В итоге отзыв положительный, и диссертационная работа Казанцевой Елизаветы Сергеевны представляет собой завершенное научное исследование, соответствует требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям, а ее автор достойна присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности палеонтология и стратиграфия. Отзыв на автореферат диссертации кандидата геолого-минералогических наук Котовского Юрия Артуровича, старшего научного сотрудника кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ. Отзыв без замечаний положительный. Отзыв положительный, в целом без замечаний от сотрудников Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения РАН Сенникова Николая Валерьяновича, доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника лаборатории палеонтологии, стратиграфии палеозоя, и обут Ольги Тимофеевны, кандидата геолого-минералогических наук, старшего научного сотрудника лаборатории палеонтологии, стратиграфии палеозоя. В качестве замечаний или пожеланий следует отметить, что для открытия некоторой заочной дискуссии с соискателем в дополнение к имеющемуся краткому обзору могу отметить, Сенников, что регенерация ветвей у одноветвистых колониальных позднесилурийских граптолитов достаточно изученное явление, но у граптолитов при такой регенерации возникает только псевдо-двуветвистые колонии. Какого-либо процесса усложнения многоветвистости колонии на позднесилурийском геологическом отрезке пока не зафиксировано. Так же, как и у рукос, у позднесилурийских криптолитов происходило восстановление целостности колонии, но не за счет копирования утерянного, а за счет дублирования оставшегося, без восстановления полного комплекта дифференцированных ТЭК, составляющих первичную неповрежденную одноветвистую колонию. Но ни один из обломков разрушенной одноветвистой колонии не замещал по своим функциям действия сикула первичного материнского зооида. Отзыв Мачко Эдуарда Вагифовича, кандидата геолого-минералогических наук, научного сотрудника Атлантического отделения Федерального государственного института, института океанологии имени Шершова. В качестве замечаний отзыв положительный. В качестве замечаний хотелось бы отметить следующее. Немного огорчило, что соискатель совершенно не рассматривал Девонских и Пермских ругоз. Возможно, это бы могло дать больше данных об эволюции группы и особенностях механизмов регенерации, особенно в конце геологической истории, Пермском периоде. Тем более сборы ругоз из Перми Южного Приуралья в Палеонтологическом институте точно есть. Стратиграфические интервалы, приведенные в работе, калька с английского языка, например, регио-яруса Аанду, Кукрузе и другие. Однако все названия этих стратонов имеют русские эквиваленты и широко используются в отечественной литературе. Так Аанду – это Аандуский горизонт или регио-ярус, а Кукрузе – Кукрузевский и так далее. Некоторые вопросы касаются размера и необходимости некоторых рубрик. Так, например, в диссертации есть рубрика «Палеобиогеография», представляющая собой одну страницу из одного небольшого абзаца и большого рисунка. В таком виде эта рубрика, очевидно, избыточна и не нужна. Возможно, лучше было бы ее расширить, написать подробно про области и ареалы ругоз палеозоя, связав текст с приведенными палеобиографическими реконструкциями, либо вовсе убрать.
Также в качестве замечаний хочу обратить внимание на оформление некоторых фототаблиц. Например, на фототаблицах 29, 30, 31, 32, 33 изображены поперечные сечения кораллов весьма крохотного размера, а остальное поле таблицы свободно и не занято фигурами. Возможно, если диссертант захочет опубликовать эту работу в качестве монографии, ей следует переработать эти фототаблицы, либо сократив их число, либо увеличив сами фотографии. Все приведенные замечания носят технический и рекомендательный характер и никак не портят впечатление об работе. В заключение следует добавить, что работа Казанцева представляет собой самостоятельно написанные и законченные исследования и, разумеется, говорит о личном вкладе автора в науку. Диссертационная работа отвечает всем требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней, а Казанцева заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по специальности палеонтология и стратиграфия. Отзыв Хазина Леонида Борисовича положительный. Хазин Леонид Борисович, кандидат геолого-минералогических наук, главный специалист отдела региональной геологии и планирования геолого-разведочных работ акционерного общества Институт геологии и разработки горючих ископаемых. Необходимо сделать пару замечаний. В научной новизне указано, что предложены новые подходы к шлифованию палеонтологического материала, однако далее нигде в тексте эти подходы не упоминаются. Также в тексте автореферата несколько раз упоминается, что полученные результаты могут быть использованы при изучении других групп ископаемых, но нигде не указывается, каких именно. В тексте автореферата содержится небольшое количество технического брака. Местами встречаются дублирующие знаки препинания. Видовое название на странице 6 написано не курсивом. В целом, несмотря на незначительные замечания, автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация Казанцевой «Регенеративное почкование палеозойских кругов как возможное начало становления колониальности» выполнена на высоком научном уровне, представляет собой самостоятельное завершенное исследование, отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным исследованиям. А ее автор, Казанцева Елизавета Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности палеонтологии и стратиграфия. Положительный отзыв Николая Николаевича Марфенина, доктора биологических наук, профессора кафедры зоологии беспозвоночных Московского государственного университета. В качестве замечаний можно отметить следующее. Некоторые вопросы возникают по ходу ознакомления с авторефератом диссертации, очевидно, в силу ограниченности его объема. Перечислю их. Как доказывается, что образование дочерних почек является следствием регенерации, а не вегетативного размножения неповрежденной особи? Каким образом происходит смещение плоскости симметрии в дочерней почке? Означает ли это, что в процессе роста почки она испытывает слабое спиралевидное закручивание? Какие таксономические группы имеет в виду автор, когда упоминает более развитые колонии на странице 18? Как различаются размеры одиночных и колониальных рукоз? Вы пишете, что колониальные формы приурочены к местам, где поселение было возможно на мелком субстрате. При таких условиях выгоднее упорядоченное расположение дочерних королитов, что снижает конкуренцию между дочерними особами на одном корале. Также в отзыве отмечается, что автореферат написан ясно, суть проблемы ясна, а полученные выводы основаны на надежных результатах и не противоречат им. Нет сомнений, что диссертант справился с поставленной задачей и выполнил исследование на высоком научном уровне. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности палеонтологии и стратиграфии по биологическим наукам. Работа отвечает требованиям, предъявляемым положением о присуждении ученых степеней к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук по специальности палеонтологии и стратиграфии. Вот.
Хочется еще раз отметить, что все отзывы положительные. Спасибо. Спасибо, Вера Александровна, за такой подробный обзор. Елизавета Сергеевна, теперь я должен вас спросить, будете ли вы отвечать на замечания и, может быть, вопросы, которые содержатся в отзыве ведущей организации и отзывах, поступивших на вашу диссертационную работу сейчас или после того, как выступят ваши оппоненты? Сейчас, пожалуйста. В первую очередь я, конечно же, безусловно, благодарна всем специалистам и ведущей организации за то, что откликнулись и обратили внимание на мою работу и, конечно же, составили свое мнение. И не буду отрицать, что с рядом замечаний мы действительно согласны, особенно насчет названия эстонских стратонов. Что касается важного замечания ведущей организации о методике, я уточню специально, что в работе дан литературный обзор о, в принципе, методике и развитии методики сканирующей резонансной томографии, в частности, контрастирования, поскольку мы все знаем, что метод контрастирования объектов перед томографией не новый, он активно используется в настоящее время в медицине. Но методика использования двуокиси церия и последовательный процесс пропитки двуокисем церия с сохранением результатов и соответствующий эксперимент, описанный в работе новый, является достижением автора. Следующее, мы согласны с не совсем верным пониманием термина «ценосарк», который представлен в работе по довольно устаревшим материалом, и действительно принимаем точку зрения ведущей организации о том, что это действительно скорее тело или орган, нежели соединительная ткань. Что касается раздела палеобиогеографии, действительно он довольно небольшой, представлен картами распространения ругоз-палеозоя. Конечно, основное назначение раздела некогда было более расширенным, но ввиду использования частей этого раздела в других разделах диссертации он сильно обеднел, поэтому действительно, возможно, его можно было бы убрать. Далее важные замечания, которые касались работы, касались того, что в работе не используются данные по ругозным двуокисям Перми. Действительно, я не буду отрицать, что не только в Палеонтологическом институте на профсоюзной 123, но также на Ленинском 33 и у ряда ученых есть большое количество экземпляров ругоз для изучения, и даже лично у меня, собранных лично или переданных Олегу Анатольевичу Лебедеву. И в настоящее время изучение ругоз из двуона уже началось. Я даже делала об этом доклад на школе молодых ученых, который не вошел в работу. Все потому, что, конечно, чем больше экземпляров попадает в работу, тем лучше, но разработка ругоз, шлифование, пропитка и так далее требует время. Поэтому было решено в работу не включать все имеющиеся образцы, потому что в противном случае ее можно было бы никогда не закончить. Что касается фототаблиц, действительно, часть материала фототаблицы представлена не в лучшем разрешении. Это связано с тем, что автору были переданы уже готовые шлифы, а изображения до шлифования были получены в том качестве, в котором они есть. Возможно, это говорит о том, что можно переработать фототаблицы и поискать, действительно, заменить на более информативный материал. Что касается ряда вопросов, некоторые вопросы мы уже успели поднять или даже обсудить, поэтому я не буду останавливаться на всех. Остановлюсь на том, что если мы говорим о том, что образование дочерних почек является результатом регенерации, то по типу морфолаксиса, то мы видим сначала преобразование скелетных элементов материнского каролита, остановку его роста и образование почек. Если мы говорим про колониальное почкование, то здесь материнский каролит или протокаролит не поврежден и продолжает свое развитие вместе с почкой. Также я это уже отмечала в личном сообщении, хочу отметить, что мы в настоящее время стараемся не использовать термин «вегетативное размножение» в случае с колониальностью, поскольку этот вопрос довольно-таки спорный. Что касается другого вопроса о таксономических группах, которые мы используем,
как более развитые колонии связаны. С ним вопрос, был ли у Ругоса на САРК. Здесь мы опираемся на то, что уже было упомянуто в работе Сергея Владимировича Рожного в 2013-2014 году, что у современных шестилучевых кораллов ценосарк есть, и мы предполагаем, что у Ругоса он, скорее всего, тоже был. Но это вопрос дискуссионный. И последнее, что касается размеров одиночных и колониальных Ругос. Здесь размеры могут быть и сходные, и различные. Это может зависеть и от конкретных видов. Но если мы говорим именно о регенерации и несовпадении размера для, и пространства для расселения, то тогда мы можем наблюдать и карликовость, или, например, при достаточном пространстве для расселения предпочтительнее более массив, формирование более массивных колоний. На этом у меня пока все. Спасибо. Спасибо. Ответили. И теперь мы должны предоставить слово оппоненту. Ольга Леонидовна Косовая. Вам слово, Ольга Леонидовна. Спасибо. У меня отзыв довольно обширный, поэтому я постараюсь его читать. Не зачитывать весь, а только отдельными наиболее важными частями, мне кажется. Диссертационная работа Елизаветы Сергеевны Казанцевой посвящена изучению одного из аспектов эволюции кишечных полотов, возникновения колониальности. И проблема рассматривается на примере Ругос, обширного подкласса полевых бентовых организмов, продолжительность которого существование которого охватывало период времени от Среднего Ордовика до конца Пермии. Работа базируется на достаточно обширных материалах, и что особенно важно, что среди них много одиночных работ с множественными следами регенерации. В целом больше 250 материалов. Актуальность исследований связана с необходимостью развития отдельных общебиологических аспектов исследования Ругос, в том числе методики, терминологии, морфологии, систематики. Ругосы наряду с многими объектами палеонтологии могут быть использованы для изучения эволюционной биологии кишечных полостей. Практическая значимость не вызывает сомнения. Особенно важно предложение новой методики изучения Ругос. Эти методики применимы для других организмов, и мне показалось, что вот этот метод контрастирования, он действительно дает хорошие результаты. Структура работы включает введение темглаза заключения. Довольно много иллюстраций, 106 рисунков и 35 фототаблиц объяснения. Я не буду перечислять цели и задачи, они уже были заявлены диссертацией. Степень обоснованности защищаемых положений и выводов, и их достоверность. Первое защищаемое положение применения новой методики прочитывания скелетов кораллов в логике цели позволяет значительно повысить их контрастность по отношению к вмещающему и заполняющему полностью матрицу при рентгеновском микротомографическом исследовании. Предложенная новая методика и разработанная технология применения электролюминофора для получения контрастных фотографий на томографе вносит существенный вклад в развитие этого типа исследований. Последовательно и понятно изложена технология, что дает возможность внедрения в практику исследования тонких цветов. И, например, изображение 44b очень удачно демонстрирует примененную методику. Обоснование этого защищаемого положения не вызывает никаких сомнений и приводится в главе 7. Замечания в этой главе сводятся к следующему. Видимо, диссертант не знаком с работой, посвященной палеонтологическим описаниям различных групп, где приведен в том числе и план описания Ругос, это правда, в 1978 год,
И поэтому здесь, что плана описания работы не существует. Страница 84. При фотографировании под электронным микроскопом тонких полированных пресс-шлифовок, в том числе подготовленных для изучения в сканирующем микроскопе, существует методика, описанная Губенко в 1986 году. Она тоже может быть применена для изображения пресс-шлифовок и дает хорошие результаты при ее протравливании, при протравливании срезов. Даже рисунки М44А срез окремненного материала не дает представления о строении радиостатии. В данной части работы не хватает ссылки на обработку ордовских кораллов также на томографе, продемонстрировавшую хорошие результаты, публикация Барса с авторами 2013 год. Отметим, что при получении не очень информативных фотографий их или приводят в хорошее качество, или дополняют максимально точными рисунками с большим увеличением, что не было сделано. На рисунке 45 показывают хорошие результаты применения двойки Селлера. Однако фотография не ориентирована относительно плотности, что является обязательным при представлении фототаблиц. Вообще, в диссертации нет ориентировки относительно главной и противоположной фототексты. Это общепринятое правило. В честь автора диссертации надо отметить, что указаны удачные и не оправдавшие себя методы. Несмотря на замечания, разработанная Казанцевой методика является существенным вкладом в практику палеонтологических исследований. Материалу и стратегическому положению кораллов посвящена глава 4. Глава дает представление о происхождении коллекции, включает описание местонахождений и некоторых разрезов. Общие сведения о стратегии разрезки Сунова и Суни и среднего верхнего прохода подмосковного бассейна соответствует состоянию общей стратегической шкалы России. В разрезах карбона дано точное положение в двух слоях. В целом материал для написания диссертации представителей, и несмотря на небольшой таксономический состав изученной коллекции, получение новых данных стало возможным при применении современных нетрадиционных методов изучения. Замечательно. Но они уже звучали, но я повторюсь. Отметим, что эстонские видеоярусы используются в стратегии орбиты северо-западно-восточно-европейской платформы в ранге горизонтов. В диссертации они вспоминаются и как ярусы, так и нижние ярусы. При описании местонахождения надо использовать нижние ярусы, а не временные указатели ранней сети. Нет необходимости ссылок на постановление Межведомственного стратегического комитета 12-13 годов об изменении ОСШМСКА Ордовика и Силова. В названии сумки подразделения написано в русской транскрипции с ошибками. Есть также ошибки в написании голосовитовых сумм и также отсутствуют необходимые ссылки. Глава 2 является вводной и показывает общее представление диссертанта об отклассе работы. Приводятся сведения о морфологии, экологии, образе жизни, систематическом положении и полиогеографии. Глава представляет собой довольно краткий обзор, но он в то же время включает достаточный объем сведений, подчеркнутых из литературных источников. Но формулировка не всегда бесспорна. Например, на страницах 17-18 автор рассматривает явление обмена питательными веществами на стенотаку в колонии рухлых. Если предполагается, что существовало два типа колоний, следовало привести конкретные примеры. Если это заключение из литературы, то нужна была ссылка. Описание морфологии скелета рвот представлено не полностью. Не показано положение деформного табулярного,
клинодисциплинентов, ативистабл, табел и других, которые широко используются в современных официальных. Некоторые термины искажены. Ошибочным является утверждение о том, что в угоду были одними из основных состроителей. Это не так. Приведенные рисунки не всегда информативны. Так, на рисунке 14В изображался в него выступ с начальным положением сил, соответствующей критической стадии. Такое вот положение сил предполагает, что это стадия развития протокролита, колонии или начальная стадия одиночного коралла, и это не имеющее ничего общего с резонными структурами. Если диссертант лично наблюдал заложение протокролита именно в резоне корневых выростов, это уникальное явление. На рисунке 15В неправильная ориентировка, опять же связанная с неориентированным изображением относительно плотности. В систематическом положении приведены диагнозы трех отрядов, то есть пифелида, стулоида, гетерокорания, со ссылкой на источник информации, это 1981. Последнее упоминание последнего отряда является известным в отношении к материалу не имеет. Диагнозы таксотов не вполне отвечают заявленному источнику информации и сильно. То же самое относится к крайне неинформативному диагнозу подкладка рукота, с которым наиболее существенным недостатком является отсутствие сведения о симметрии и порядке положения тех, приведенной авторитетом на странице 96. В написании терминов присутствуют ошибки. Приведенные диагнозы крупных таксонов содержат морфологические термины, не отраженные в голове морфологии, например, оперкулем, обратно конические днища и так далее. Продолжение систематического описания приведено в главе 6, анативный список изученных органов. В целом описание соответствует изученному материалу и по иллюстрированным палеонтологическими таблицами. Надо сказать, что описание различных видов неравноценно. Для некоторых они полны, для других приведены только краткие диагнозы. В основном это относится к обычным и целлюлитским видам истории. Замечание. Порядок описания не унифицирован. Часть видов описана в манере примечаний. Некоторые номера на таблицах пропущены. При описании бактериофилумов нет указаний на бетонные табулярные, важнейшие признак клеток становления. Изображение рукот не ориентировано. По поводу Джелли Роллери, в объяснении к таблицам неверно указано местонахождение, характеристика свиток Джейского Йонса. Различные морфологические строения бактериофида бактериофилум коникум указывают на то, что вес включены различные виды и подвиды, рассматриваемые в литературе и описаны как отдельные таксоны. По-видимому, сюда же попало вид бактериофилум псевдоконикум. По нашему мнению, участникам включена данное описание ошибочно. Кроме этого, в объяснении к таблицам неправильно указан автор вида коникум траусчой, а в описании правильно указан Фишер. В рубрике «Материал для этого вида» указано местонахождение костюмов психодельных крестьянских ассенитов. В то же время в описании Кальдера отмечено, что материал собран из 10-го слоя летнего ступа, то есть из Кравчинской, ну, может быть, Кисковской свита московского яруса. Воскресенская свита вообще на колонке не посажена. Так. В описании нет указаний, что кораллы этого вида образуют псевдоколонии. Также нет указаний на псевдоколонии в обитании микролазма швидки. Последним указаны одиночно летящиеся и многочисленно почкующиеся кораллы. Таксономия кораллов, как несунные добролюбовые Татьяны Алексеевны Клода Астрофилов, не уточнена. Сомнения в принадлежности кораллов, отнесенных добролюбовых к этому роду, высказывал еще Камечев,
1953 году и самоубийца от Одессы в 2013. Помещен предполагал, что описанный добровольного вида относится к многоцелитосиному событию, как раз характерному для среднего карбона, абсолютно ошибочного формы хранения рода активов. Он характерен для нижнего карбона, а не среднего верхнего, как написано в диссертации. Стеретизия фанатизма как нижний карбон практически повсеместно. Диссертанту следовало бы знать, что в Бельгии вообще нет морского среднего карбона, указанного на странице 109. Автор вида аксофилом формам должен быть вкусно, так как Курсольдом аксофил был описан под другим атомным названием. Описание морфологии неточное. В целом, все таксоны, использованы для теоретических выводов, описаны и инициированы. Глава 3. Относится к обоснованию защищаемых положений 2, 4 и 5. Особенности терминологии вопросов регенерации и колониальности. Она отражает, что работа материала и в целом замечания не вызывает. Некоторые использования термина являются дискуссионными. Единственное возражение – это интерпретация и объяснение термина псевдоколониальной коровы или псевдоколонии, приложенного Федоровским в 1978 году. Он дал такое определение – совокупность коровок одного вида, растущих близко друг к другу, создавая впечатление, что они образовались в результате почкования. То есть предполагается поселение коровок, хотя еще в результате полового размножения. Диссертант предполагает использовать термин для описания одиночных коровок, которых короли, которые являются путем регенерации. То есть дифференциация происходит в результате частного случая вегетативного размножения, во всяком случае не полового. Для этого типа можно было предложить, например, термин регенеративная колония. На странице 46 автор добавляет с определением псевдоколонии как одного вида растущих близко один другому коралу. Да, указано, что термин использован для псевдоколонии, образованных путем регенерации одиночных королитов. То есть определение псевдоколонии добавляется еще дополнительное качество. Но на странице 177 приводится уже довольно точный перевод термина псевдоколониальный. Так что, на мой взгляд, это дискуссионный вопрос, и его еще нужно отработать. Здесь же нужно упомянуть предложенный неудачный термин «нужная колониальность». Смотри, глава 7, страница 116. Для этого понятия есть общепринятый термин «коралла Григория». Также предложено Федоровского в 1980 году. Глава 7 «Регенерация и предоставление колониальных сроков» содержит обоснование второго, третьего, четвертого и пятого защищаемых положений. Приводится краткий обзор выводку работ по годам, которые затрагивались процессы колониальности. Однако для понимания явления колониальности в целом было бы полезно не ограничиваться только сравнением с вымершими и далекими систематическими биологическими плане организмами, а рассмотреть формирование колоний разных типов, в том числе и псевдоколонии осциллярские, которые более близки и существующие в наше время группы кишечной полосы. Диссертанты выбирают различные явления колониальности и псевдоколониальности. Эта часть наиболее проработана, содержит хорошие иллюстрации, виртуальные срезы и не вызывает замечаний. Несмотря на некоторую дискуссионность изложенного материала, сделанные замечания, часть главы 7 и упомянутые выше главы 4 и 6 подтверждают выдвинутое положение все разнообразие структур, возникающих при восстановлении скелета в область после повреждения или частичной гибели полипа среди изучаемых экземпляров сводится к трем общим типам регенерации, известным современным животным.
защищаемое положение 4 в результате регенерации фасетума фалактиста поодиночного канала появляется регенеративные почки, которые могут формализоваться в колонии. В отличие от истинных колоний, возникающих в результате вегетативного размножения при растущей совместно с поделенным сравнением новообразованных почках, все это колония формируется только из регенерационных почках. Это защищаемое положение перекрестается с основным, а в основу на это не использует у нас. Пятое защищаемое положение регенеративные почки, помимо формирования фотоколоний, могут в некоторых случаях образовываться специальные формирующие структуры, например, в автофиловом салом, хорошо отличающиеся от корневых выростов, возникающих в результате разрастания вместе с тем же наличием у них на ранних стадиях формирования внутренних скелетных элементов. Это пункт вызывает возражение, я об этом уже говорила раньше. И мне кажется, что это связано с тем, поскольку сетка возникает у коровок только в четырех определенных местах. И единственный вариант, который можно было бы предположить, что это почка, которая поселилась, а потом она просто отмерла. Но чтобы это все равно никак не документировано и никак не проиллюстрировано, потому что для того, чтобы нормально проиллюстрировать вообще процесс заложения почек, нужно делать еще посольные исследования, многочисленные, через очень небольшие, через просто десятую долю миллиметра. И только в этом случае эти тезисы могут быть доказаны. Те варианты, которые предложены, конечно, при помощи томографа, они доказаны защищаемое положение автора, кроме вот этого. Так, замечание. На рисунке 75 главные противоположные эффекты показаны неправильно. На рисунке 94 показаны малые эффекты. Эффекты второго порядка чаще дочерних паралитов. Это неверно. И в оригинальном экземпляре их нет. Малые сетки появляются значительно позже больших, и не достигшие взрослой стадии почки их не имеются, естественно. Вряд ли имело смысл сравнивать существование возрастивого шалакции. Выводы. Сделано диссертация вывода, хорошо сформулированная, отвечает содержание работы. Они подтверждены 12 публикациями, в которых 3 из 5. Основные замечания по диссертации в целом будут следующие. Диссертация задумана при точности и ошибками в написании термина, как морфологических, так и стратографических, культивами литературы, либо стратографическом положении и так далее. Очевидно, что стратографии таксономии занимали в этих работах второстепенное место. Хотя исследования образования почек и появления дочерних паралитов имеют очень важное значение именно для таксономии. Работа нечетко структурирована отличается много факторов. Одной из задач работы было отсутствие экологических причин, вызывающих те или иные явления преобразования дочерних паралитов различного генезиса. Выполнение данной задачи на палеонтологическом материале невозможно без анализа субстрата или конструкции факторов, кинетов и так далее, что явно выходило за пределы возможности дистанционной работы биологического направления. Данные по экологии заменили предположение и декларации. И в завершающей там части есть терминологические справочки, и там должны быть указаны все авторы термина, они выборочные. Но в целом представленная на уровне диссертация, безусловно, свидетельствует о достаточно большом объеме проведенных разноплановых исследований и освоении новых методов, уже опробированных в внезаренных практик, которые позволили сделать некоторые выводы общебиологического значения. Авторитет соответствует содержанию диссертации. Диссертационная работа Елизаветы Сергеевны Казанской является оригинальным профессиональным исследованием и удовлетворяющим требованиям действующей
редакция положения о присуждении ученых степеней, постановление правительства Российской Федерации номер 842/9/2013 года. Предъявляемый кандидатом диссертации Малкина уже в состоянии ученой степени кандидата биологических социалов по специальности 1/2 по биологии диссертации. Спасибо, Ольга Леонидовна. Очень детальный отзыв и внимательный. Большое спасибо. Елизавета Сергеевна, вы будете отвечать Ольге Леонидовне или сразу еще и Андрею Юрьевичу потом? Потом сразу двоим вашим оппонентам. Тогда профессор Журавлев, пожалуйста, Андрей Юрьевич. Добрый вечер. Ольга Леонидовна, мое почтение, вот хоть по телевизору повидались. Так, ну, в целом структура диссертации соответствует необходимым требованиям, поэтому я перейду сразу к изложению замечаний по конкретным главам, опустив те замечания, которые уже прозвучали в отзыве другого оппонента и отзывах на автореферат. Так, первая глава «История изучения регенерации и колониальности РУГОС». Здесь автор достаточно правильно подводит к проблематике, которую он собирается решать, то есть проблеме формирования колонии не только за счет вегетативного размножения животных, но и в связи с регенеративными процессами. Но вот, к сожалению, из обзора выпала очень важная работа именно Ольги Михайловны Ивановой-Казас «Бесполое размножение животных», ну и некоторые другие труды этого автора. Но вот именно в этой работе очень тщательно разбираются вопросы о том, как развиваются колонии именно у кнедарий, и какие варианты существуют, и какие вообще существуют варианты клонального развития. Глава вторая. Общая характеристика подкласса РУГОСа наиболее показательна для уровня знаний диссертанта. Из нее, например, следует, что индивидуальные полипы обладали наружным известком скелетом. Мне это представить достаточно сложно, потому что как и где в таком случае формировался скелет, тем более, что на внешней поверхности можно различить линии нарастания. Это я цитирую диссертанта. На реконструкциях на рисунке 11 и 12 нет четких представлений о том, что, как соотносились скелетные элементы и мягкие ткани у РУГОС, ну, что и приводит к некоторым затруднениям у диссертанта в дальнейшем исследовании данной проблемы. Микроструктура септ и других скелетных элементов стоило бы посмотреть в более современных работах, скажем, хотя бы у Джона Сарауфа и Жана Пьера Квиифа, здесь достаточно старые приводятся ссылки. Другие замечания. Непонятно, что автор понимает под термином псевдоколония. По-моему, уже многие отмечали, являются, например, псевдоколониальный клональный организм, отдельные зооиды, которые связаны обменом веществ псевдоколонии или, ну, все-таки настоящей колонии. И есть ли колония кораллов? Это единое сложное генетическое образование, дифференцированное на разные участки, которые не только отличаются друг от друга, но и выполняют различные физиологические функции, это опять цитата из диссертанта, то получается, что даже большинство современных гексокораллов, которые называют колониальными, не колонии. Если в колонии связь между королитами прерывается, то наличие соединительной ткани на ранних этапах свидетельствует о колониальном происхождении, а не о колониальности отнюдь. Это уже мое замечание. Может ли автор привести какие-нибудь свидетельства в пользу того, что личинка РУГОС была именно планула? У кнедари есть и другие личинки. Все-таки мы имеем дело с ископаемой группой. То же касается сильно устаревшей классификации Дороти Хилл. Да, Дороти Хилл – это, конечно, матриарх всей коралловой и не только палеонтологии, но надо сказать, что Третис – это все-таки сводка, которая была написана 40 лет назад и отражала знания, например, 50-60-летней давности. И там кнедари, конечно, рассматриваются в типе кишечно-полостные. Сейчас мы знаем, что это не так. Кнедарии и грибневики столь же отличаются друг от друга, сколько и от белотерий. Гетерокораллы рассматривались как отряд РУГОС,
Сейчас понятно, что это не так, и вообще, скорее всего, они родственники октокораллов, ну и так далее. Ну и вот из перевода диагноза из Дороти Хилл, где звучат такие слова «mainly distinguished by possession of nematocysts», значит, диссертант переводит «в основном отличаются по наличию». Определяются позиции нематоцист. Ну, понятно, что, по крайней мере, сам читал, сам старался понять, но на самом деле это как раз отличается именно присутствием нематоцист от всех других животных многоклеточных, и не только. Глава 3. Особенность терминологии вопросов регенерации колониальности. Приводится представление диссертанта о колониальном развитии РУГОС и возможном наличии у них регенеративных явлений, ведущих к образованию многомодульных форм, морфологически очень сходных с настоящими колониями. Ну, здесь как раз смогу только положительно отметить, что действительно очень много интересного и нового диссертантам приводится. Но повторять все это не буду. Материал местонахождения. Тоже формальная, ну, достаточно правильная написанная глава, хотел стоило бы ответить некоторые проблемы с уже седиментологической терминологией, потому что биомикритовые известняки не являются синонимом вокстоунов, тем более пакстоунов, аспаритов и рудстоунов. Это разные принципиально терминологии для кармодантных осадочных пород, которые дают разные представления об их генезисе в совокупности. И это вообще нужно знать для того, чтобы понимать, в каких условиях среды вообще жили эти организмы, когда они были живыми организмами, чтобы понять, а что с ними случилось, что, какие конкретно факторы вызвали развитие тех или иных форм псевдоколониальности или наоборот колониальности. Глава 5. Методы изучения. Тоже все, многие уже отмечали, как очень интересный вклад диссертанта в изучение ископаемых форм, но действительно большинство палеонтологов сталкивается с проблемой, когда мы должны изучать карбонат кальция, который находится в карбонате кальция. И вот как их разделить, это очень сложно, трудно. Вот диссертант что-то свое новое придумал, что я тоже с удовольствием отмечу как положительный фактор. Глава 6. Нотированный список изученных РУГОС. Ну, Ольга Леонидовна об этом много говорила, останавливаться не буду. Глава 7. Регенерация возникновения колониальности РУГОС является основной в диссертационной работе. Ну и если не считать, собственно, литературной части этой главы, тоже, в общем-то, достаточно познавательная. И действительно следует согласиться с тезисом диссертанта, что вегетативное размножение с неполным отделением дочерних особей или без отделения онных являлось исходным процессом для формирования настоящих колониальных организмов. А появление настоящей колонии, как в истории РУГОС, в частности, так и в других группах беспозвоночных, могли привести и регенеративные явления. Равным образом следует считать обоснованным отождествление регенеративных процессов, которые развивались у РУГОС, с морфолаксисом, хотя и не представляется возможным изучать эти процессы на тканевом уровне. Особенности появления регенеративных почек и их положение на материнском организме, что в деталях диссертант описал, предполагает, что такой тип почкования вызван именно ремоделированием всех оставшихся живых тканей материнского организма после прекращения функции большей части тела. Ну, очень жаль, что диссертант не вполне освоил материал по формированию колоний у других организмов, потому что колониальность как таковая возникает у самых разных организмов, ну, по крайней мере, у архипластидных и стерминополовых водорослей уже на рубеже мезозоя и неопротерозоя, то есть по нашей шкале в самом начале рифея. У цианобактерий еще раньше. Есть замечательные работы, в том числе наших специалистов, таких как Герман из Санкт-Петербурга, на эту тему. Строматолиты не являются ни колониями, тем более организмами, и не являлись ими, конечно, никогда. Среди адиакарских мягкотелых форм нет достоверных кишечно-полостных, за одним единственным неколониальным исключением.
Совсем не упоминаются скелетные диакарские организмы, которые как раз можно сравнивать с гнедариями и которые формировали почки. Причем даже изучено, при каких условиях среды они переходили на бесполое размножение, ну, вплоть до содержания кислорода в этой среде, что тоже влияло. Автор не очень хорошо представляет специальную литературу по колониальным архицатам и что это вообще не какая-то отдельная группа организмов, а всего-навсего одна из небольших групп губок. Более того, нет никаких сведений о кембрийских кнедариях, особенно кораллах, хотя их не так уж и мало сейчас в последнее время описано. Ладно. Это ладно. Допустим. Так, в заключение диссертант подводит итоги проделанной работы наиболее обоснованными, с которых следует считать выводы о наличии РУГОС разных типов регенерации, включая эпиморфоз, компенсаторную регенерацию и морфолаксис, о формировании модульных. Но это я уже немножечко термин уточняю, колониальных в широком смысле РУГОС, благодаря всем этим типам регенеративных процессов и о возможности возникновения колониальности у РУГОС и других животных благодаря таким процессам. Для оценки работы, проделанной Елизаветой Сергеевной Казанцевой, следует учесть, что серьезные ошибки и недоделки, связанные с недостаточным знанием проблематики, по большей части сосредоточены вне основных разделах рукописи. Поэтому представленная соискателем диссертация может рассматриваться как научно-квалификационная работа, в которой на основании выполненных автором исследований решена задача по выявлению многообразия процессов, ведущих к образованию колоний у кораллов. Ну и в целом многоклеточных животных. Сама диссертационная работа написана самостоятельно, по некоторым цитатам в этом можно было убедиться. Что следует из результатов работы, опубликованных автором в рецензируемых научных журналах из списка ВАК? Обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и аргументированные положения, выдвигаемые для и публичной защиты и свидетельствующие о личном вкладе Елизаветы Сергеевны Казанцевой в науку. Оформление диссертации соответствует требованиям, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации. Таким образом, диссертационная работа полностью удовлетворяет критериям положения о присуждении учебных степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 года, номер 842. А соискатель Елизавета Сергеевна Казанцева заслуживает искомой степени кандидата биологических наук. Подпись профессора Журавлева заверено лично академиком Кирпичниковым, деканом факультета. У нас теперь так. Спасибо, Андрей Ильич. Спасибо. Андрей Сергеевич, теперь вам слово. Спасибо большое. Я хочу действительно поблагодарить своих официальных оппонентов Ольгу Леонидовну Косову и Андрея Юрьевича Журавлева за то, что прочитали, обратили внимание на мою работу и поделились знаниями и опытом, которые я очень сильно ценю. И в любом случае, отвечая на замечания, я хочу обратить ваше внимание на то, что я согласна с тем, что если к работе возникают замечания, значит, действительно нужно на них обратить внимание, и обещаю, что я их учту и уже, в общем-то, начинаю это делать и сейчас, и в дальнейшей своей работе. Для начала я хотела бы немножко пройтись по определениям. В данном случае мы используем определение регенеративная почка, именно называем регенеративную почку по-прежнему почкой, ссылаясь на самих себя, страница 190, где мы говорим, что почка — это дочерний организм, образованный от материнского. То есть вне зависимости от того, как именно он был образован, если образован от материнского, считаем, что в работе можем использовать слово «почка», несмотря на то, что технически во многих местах в той же работе мы упоминаем скелет почки уже. Что касается истории изучения, конечно, действительно я согласна с тем, что даже несмотря на то, что история изучения краткая, что обозначено в работе, все равно ряд очень важных работ туда потребуется включить в дальнейшем. Что касается использования термина «планула», здесь мы ссылаемся на работу Юсуфа Фалала,
прошу прощения, которая также упомянута в работе Сергея Владимировича Рожнова 2013-2014 года, что с учетом того, что у 6 лучевых кораллов плануло, мы будем считать, что рогоз плануло. Но, в принципе, это действительно вопрос дискуссионный. А дальше в обоих отзывах был вопрос по использованию термина псевдоколонии и так далее. Здесь я сразу постараюсь ответить на оба вопроса тем, что псевдоколония в данном случае, как справедливо отметила Ольга Леонидовна и как отмечено в работе, это термин, введенный в работу Ерджи Федоровски в 71-78 году для кластера автономных королитов, растущих рядом и создающих видимость колониальности. При этом он же входит в некий конфликт с термином «грегария», также Ерджи Федоровски, 70-й год, для осевших рядом личинок, поскольку если у нас действительно есть поселение рогоз рядом, они взаимодействуют между собой, это может быть одно и то же. Поэтому мы и решили взять термин «псевдоколония» и уточнить его с учетом именно происхождения рогоз, растущих рядом. То есть если у нас личинки осели рядом и продолжают развитие возможных взаимодействий между собой, это уже будет грегарий. Если мы говорим о регенеративном возникновении королитов, то предпочитаем использовать псевдоколонию. Далее, насчет использования классификации патриотизм, действительно есть большая систематическая проблема, и также в работе упомянут ряд других работ, довольно небольшой раздел, небольшой обзор, и в избежание конфликта мы решили действительно использовать патриотизм для того, чтобы работа соответствовала, не ходила в конфликт с другими более ранними работами. Что касается эстонских разрезов, которые сегодня неоднократно вспоминались, да, к сожалению, диссертант лично не присутствовал ни на одном из этих разрезов, поскольку полевые экскурсии, которые проводились в Эстонии в период, когда я там находилась, проводились по местонахождению типа Лагерштадт, и рогозы там преимущественно не встречаются. Но, тем не менее, этот раздел я обещаю проработать. Что касается... Что касается небольшого очерка «Становление колониальности в раннем палеозое», действительно, это очерк, основная цель и задача которого, обозначенная в работе, это показать, что явление колониальности встречается у многих других групп животных, и данные, используемые по кораллам, данные, которые мы получаем по кораллам рогозам, могут быть использованы для изучения других групп, но не дают однозначного ответа на вопрос, как у тех или иных групп возникала колониальность. Конечно, мы считаем, что раздел с этой задачей справился, но тем не менее мы полностью согласны с теми работами, на которые в дальнейшем надо будет сослаться. И вопрос, который также прозвучал у обоих оппонентов, о формировании выроста. Здесь формирование корневого выроста с септами на некоторых стадиях мы выделили действительно по микротомографическим срезам, то есть тонких пришлифовок у нас нет, поскольку мы не хотели повреждать экземпляр. Но в работе в основном срезы самого выроста даны не совсем с той стороны. То есть если мы предоставим поперечные срезы, очень детальные, детали с которых мы можем задать какую, в общем-то, угодно, что нам позволяет томограф, то, возможно, доказательная база была бы более очевидной. Далее. В работе представлен именно аннотированный список изученных рогоз, поэтому я хочу уточнить, что действительно это не полноценное палеонтологическое описание. Полноценное палеонтологическое описание представлено для Micophyllum tuum, поскольку это новый вид. Для всех остальных видов представлено определение и аннотация с возможными ссылками на литературу. Поэтому для типовых представителей видов, представленные в работе дополнения в аннотации, могут быть минимальными для видов, которые входят в ассоциацию с другими таксонами или ранних форм с какими-либо важными данными, которые мы нашли. Естественно, эта часть будет представлена в большем объеме. Именно поэтому есть некая неравномерность объема представленной аннотации в этом разделе. Что касается определения, в частности, вида Botryophyllum conicum, как я уже говорила, некоторые экземпляры представлены карликовыми формами, поэтому определение, несмотря на то, что действительно Ольга Леонидовна Косовая в 2001 году упоминала
и описывала большое количество подвидов у ботрофилиума. В связи с тем, что наши экземпляры карликовые, определение подвида затруднено, а выделение нового на основании, в общем-то, экологических факторов не целесообразно. И важный момент, то что действительно мы ссылались в работе в разделе о стратиграфических подразделениях, мы не ссылались на постановление МСК 12-13 года, сразу старались вставить туда новейшие данные, постановление МСК 19-20 года. Но действительно мы согласны с тем, что можно было бы дать некоторые более общие данные о истории возрастных интервалов, изучения возрастных интервалов. Спасибо. Так, спасибо, Сергеевна. Я думаю, что если оппоненты не до конца довольны прозвучавшими ответами, то есть возможность выступить в дискуссии. И эту самую дискуссию мы сейчас и должны открыть. Давайте мы в таком же порядке будем работать на этой стадии, как на стадии вопросов. То есть желающие, пожалуйста, высказывайтесь, микрофон будет предоставлен, ну, либо подходите к кафедре, кому как удобнее. Соответственно, дистанционно тоже можно. Прошу. Кто бы хотел выступить в этой обязательной рубрике «Дискуссия»? Так, хорошо, тогда начну я. Ну, дорогие коллеги, мне не довелось присутствовать на двух секторах, однако я внимательно следил за тем, как проходили и доклады Елизаветы Сергеевны, и, в общем, поскольку Елизавета Сергеевна обучалась в аспирантуре, следил за ее ростом научным. Должен отметить в целом следующее, что работа получилась очень интересная. Работа получилась интересная, смелая работа. И должен сказать, что, наверное, та некоторая легковесность и даже временами не совсем полная грамотность, которую фиксировали нам оппоненты, и официальные, и неофициальные, она тоже имеет отношение к смелости данной работы и полученным в ней результатам. Возможно, без этой самой легкости пера, которая Елизавете свойственна, и в ответах на вопросы, и на экзаменах мы с ней виделись и разговаривали, возможно, не было бы части той умозаключений, которые на самом деле имеют важную научную ценность. И, безусловно, все это необходимо помножить на опыт научного руководителя, который, как мне кажется, диссертант, безусловно, сумел использовать правильно и воспринять. И Сергей Владимирович об этом сказал, но я это вижу и по работе, и по докладу. Вот. Что касается некоторых моментов, да, замечательные оксюмороны получились, вроде ложной псевдоколониальности, но она, вообще говоря, эти оксюмороны встречаются и в других областях. Вот у нас, например, на Кубе жили карликовые гигантские ленивцы. Они карликовые, но гигантские. Поэтому, ну, в таких терминах можно действительно долго спорить о них, но в целом главный автор, по-моему, очень хорошо понимает свою тему. Ну, у меня сложилось такое впечатление. Достаточно легко дискутирует с уважаемыми коллегами и отвечает за то содержание, которое я не видел, чтобы сейчас Елизавета Сергеевна плавала, что называется. Вот. Что касается вопросов, которые прозвучали у неофициальных оппонентов и ответов на них, ну тут тоже они иногда сами себе, ну то есть не сами себе, а друг другу противоречили, потому что одним больше нравится Регия Яруса, другим горизонты, одни настаивают на русифицированной схеме, а другие на строго латинизированной и вообще
нельзя кириллицу якобы использовать. Не знаю, почему мы должны использовать латиницу, если мы на русском языке работу пишем. Ну, в общем, у меня сложилось впечатление, что в целом работа получилась добротная. Безусловно, Елизавете Сергеевне нужно сделать правильные выводы. Но она их на самом деле уже научилась делать, потому что Елизавета Сергеевна, вот, защищающаяся и пришедшая в аспирантуру, это, в общем, такой эволюционированный уже специалист, эволюционировавший. Вот. Поэтому мне кажется, что работа состоялась, а те увиденные, замеченные недостатки оппонентами, и я думаю, что Елизавета Сергеевна сама видит некоторые свои недоработки, да, так, ну, надо, вот, занимаясь колониальностью, изучить, как это и в других группах, безусловно. И тогда вот здесь вот, а Елизавете Сергеевне еще свойственно так вот красиво выступать, и тогда бы это еще было бы более адекватно содержание. Вот. Сейчас некоторое вот несоответствие ощущается, но в целом это не меняет, вот, например, моего такого очень позитивного отношения к данной работе. Не знаю, иногда принято говорить, как я буду голосовать, но с учетом моих должностных обязанностей я этого делать не буду. Спасибо за внимание. Я буду единственным, кто высказался, или есть еще желающие? Коллеги? Это не обязательно должны быть члены совета, могут и вот слушатели. А нужно говорить только о работе или... Да нет, о чем угодно. У нас сейчас дискуссия, поэтому мы можем, ну, кроме политической обстановки, Василий Леонидович. У меня буквально несколько слов. Лет 10 назад, по-моему, в 11 или 10 году, Елизавета Сергеевна, а тогда просто Вета, участвовала в нескольких наших полевых поездках. Вот. И что было интересно, вот, она вошла в наш коллектив очень легко и просто, а коллектив, костяк которого формировался несколько десятилетий, в общем-то, это было удивительно. Вот, ну, а по отношению политики сегодняшнего дня, вот, наверное, можно сказать так. Это слова писателя и геолога Олега Куваева. Она вошла в наш коллектив как патрон, досланный в патронник. Спасибо. Замечательные слова. Так, коллеги, пожалуйста, есть ли еще желающие высказаться? Дистанционно? Нет. Ну, формально двух выступлений уже достаточно. И следующим, ну, вообще говоря, у Елизаветы Сергеевны есть право ответить на эти наши выступления еще. Ну и вообще о своих впечатлениях сказать от сегодняшнего дня, пообещать, что еще дальше и больше будет работать. Прошу вас за трибуну. Я, если можно, еще раз ряд людей и ряд специалистов, которые уже озвучили отзывы, я поблагодарила, но все-таки я бы хотела завершить свою сегодняшнюю речь благодарностью. Начну, конечно же, с академика Сергея Владимировича Рожнова, который стал действительно бесценным научным руководителем для меня и развивал меня не только как ученого, и как человека, как личность, за что я бесконечно благодарна. И вторым я бы хотела поблагодарить, надеюсь, он меня слышит, профессора Александра Сергеевича Алексеева, который воспитывал меня годами и до сих пор воспитывает, за что я крайне благодарна. Также за неоценимую помощь в работе я хочу поблагодарить тех, кто принял непосредственное участие, то есть совместно проведенные сеансы томографии, это Алексей Валентинович Пахнеевич, Сергей Владимирович Багиров за совместно проведенные сеансы фотографирования, Георгий Валерьевич Миранцев и за предоставленный отзыв, и за бесценные замечания, за помощь в работе, за предоставленный частично материал.
Юрия Владимировича Ишумского за предоставленный материал. Также хотела бы выразить большую благодарность Урсуле Юлоевне Тум за бесценный отзыв, за помощь в освоении материала по рогозам Эстонии, за предоставление материала и академику Дмитрию Калия из Сталинского политехнологического института. Крайнюю степень благодарности я выражаю тем, кто выразил внимание, интерес и поделился опытом, прочитав мою работу. Это, конечно же, официальные оппоненты Андрей Юрьевич Журавлев, Ольга Леонидовна Косова и также ведущая организация «Зоологический институт». В частности, выражаю большую благодарность Сергею Дмитриевичу Гребельному за внимание к работе, отзывчивость и ценные комментарии, которые были даны. Я также благодарю других специалистов, Николая Николаевича Морфенина, с которым рада была бы продолжить дискуссию в другой день, Сергея Валерьяновича Сенникова, Ольга Тимофеевна Обут, Леонид Борисович Хазин, Эдуард Вагифович Мычко, Юрий Владимирович Заика, Юрий Артурович Готовский и Георгий Валерьевич Миранцев и, как я уже говорила, Урсула Юлоевна Тум. Отдельно я хочу выразить большую благодарность в целом Палеонтологическому институту, в рамках которого я обучалась в аспирантуре, его сотрудников любезных, которые создавали здесь прекрасную атмосферу и всегда были готовы прийти на помощь советам или чем-то еще. И в особенности хочу поблагодарить Палеонтологический институт в лице нашей дирекции, сегодня заместителя председателя Алексея Владимировича Лопатина, а также Павла Юрьевича Пархаева, Юрия Алексеевича Низаля, Антона Михайловича Кузнецова и Вероники Борисовны Кушлиной. Отдельную и важнейшую благодарность я выражаю Вере Александровне Коноваловой за бесконечное терпение, поскольку именно благодаря ее работе за этой кафедрой скоро будет стоять еще двое. Также свою крайнюю признательность я выражаю Алексею Юрьевичу Розанову за бесценные советы, Олегу Анатольевичу Лебедеву и так далее. Но я, поскольку боюсь, что я сейчас кого-то не назову, я лучше постараюсь передать свои благодарности лично. С большим уважением я благодарю диссертационный совет Д002-212-01 за предоставленную мне возможность выступать здесь сегодня, за внимание, а также всех присутствующих. И напоследок хочу поблагодарить, к сожалению, уже не лично, но также почтить память Игоря Сергеевича Борского, поскольку он был одним из тех людей, который в свое время показал мне мой путь. Спасибо. Дорогие коллеги, теперь мы должны приступить к процедуре голосования. Но я думаю, что поскольку процедура эта некоторым образом сложнее, чем обычно, да, то есть мы первый раз сейчас будем так вот, мы возьмем на всю эту процедуру чуть побольше времени и совместим это с техническим перерывом, в особенности для тех, кто не голосует, чтобы они могли спокойно выйти из зала и так далее. И у нас, чтобы кто проголосовал, тоже отлучиться. Соответственно, как мы голосуем? Соответственно, теперь я буду рассказывать процедуру, те, кто не участвует в этой процедуре, могут на технический перерыв отлучиться. У нас все голосование дистанционно. Независимо, здесь мы с вами сейчас находимся или от наших коллег. Сейчас Сергей Владимирович Рожнов-младший разошлет... Уже разослал. Вера рассылает. Вера Александровна. По крайней мере, без тебя эта процедура тоже была бы невозможна. Каждый из нас заходит на свою почту по телефону или по этим двум компьютерам. Вводит пароль. Именно в этом может быть проблема. И проходит по той ссылке, которую обнаруживает у себя в почтовом ящике. Там дальше будет две кнопки «Да», «Нет». Нажимаете, и таким образом эта информация поступает на вот эту самую систему дистанционного голосования.
Она сама все считает. Мы с Верой Александровной увидим уже протокол, можно сказать, сформированный, то есть цифру, которую я вам объявлю, и мы ее дальше проголосуем. Входим, пытаемся, да, работаем. Ну а после этого будем работать счет заключения. Да, если нужно, вот компьютеры, либо в своем телефоне. После того, как мы нажимаем кнопку, надо ли еще дальше что-то делать, то есть что-то еще нужно? Слово «да» означает отправку, слово «нет» означает отправку вашего мнения. То есть больше ничего уже не надо, да? То есть 17:40 мы собираемся. Сообщение, что проголосовали люди. Вера, сейчас интернет. Ты просто интернет. А, так,
А что это? Да, можете с этим фактом можем. Сейчас, секунду. Сейчас. 11. Дорогие коллеги, кто дистанционно голосовал, дистанционно участвовал в заседании, у всех все получилось? Да? Александр Сергеевич, открылись ссылки? Все. Ага. Все, спасибо. Марина Спартаковна, у вас получилось проголосовать? Я думаю, что количество Александровых проголосовавших достаточно, чтобы без меня обойтись. Угу. У меня получилось, я только не знаю, надо еще какие-то кнопки зажимать? Нет, больше не надо, только выбрать ответ, да или нет. Ответ я нажала, спасибо. А Виктор Александрович? Да это не ваше. Нет. Я могу не голосовать. Нет, подождите-ка секундочку. Сейчас у нас подождите. Мы сейчас... Нет, у меня ничего не получилось. Мы сейчас... Мы сейчас... Ты можешь из своего контакта... Вера, я могу подойти со своим ноутбуком, открыть ссылку на свой ноутбук? Да, конечно. А Ирина... Конечно. А что с ним? Вот, будьте добры. Ничего подобного. У меня написано кириллица в моем компьютере. А тут я перешел на английский, потому что у меня пароль на английском языке. Нет, я вызову. Вот, пожалуйста, проголосуйте, пожалуйста, вот здесь. Да, пожалуйста. Просто надо. Борис, что ты говоришь себе? Хорошо, да, хорошо. Да, да, да. А еще? Прекрасно. А как мне пароль перейти? Слушай. Да, я знаю. Нет, не пользователя другого. Не пользователя это как ваш почтовый ящик бывает. А, все пришли-то? Ответы? Да нет. Ну, у меня считается, они же анонимные. Нет, понятно, я говорю, как по количеству я вижу. Я не знаю. Я вижу только количество проголосовавших. А сколько должно проголосовать, я не знаю. Я просто там нашел. Да, все. Сколько проголосовало? Сейчас 15. Проголосовал 15? Ну, сейчас, да, 15 голосов. Сейчас еще. Ну, не должно быть больше 18. А на сколько должно быть проголосовать? Нет, сейчас 15. 18? Сейчас у нас нет, у нас 18 человек. 17. Вера, а пароль своей почты? Своей почты. Да, своей почты. А, вот, еще не так, так, сейчас, по-моему, сразу ушел. Так, я чуть-чуть не только остановилась. Я пойду сейчас со смартфоном. Александр Сергеевич, получил от вас сообщение, что у вас почта не открывается. Все открылось? Если кто-то не может справиться, то подойдите ко мне, тогда у меня проголосуйте на 60, я вам открою суд. Открылось все? Вы проголосовали или нет? Я не очень понимаю. Не знаю, пароль. А, хорошо, все. Что у вас не сходится? Количество, число. Пока сходится. Пока все сходится. Ну, так вот, Александр Павлович, вам нужно нажать. Все, спасибо всем. Просто нажать. Нет, нажать. Прям, нет, прям нажать. Нет, не ищи. Я нажал. Вот, все. Я имею в виду, что там вышли. Вам дальше, да? Сейчас я посмотрю. Не принял. Thank you.
Когда мы здесь?
Дорогие коллеги, нам нужно утвердить, заслушать и утвердить результаты голосования. Пожалуйста, Если это сложно, то не нужно. Так, ну что, группа поддержки здесь, члены совета, разумеется, здесь. И я объявляю результаты голосования. Значит, голосовало 17 членов совета. Подано 17 голосов. Из них 17 голосов за и 0 против. Таким образом, кто за утверждение данных результатов голосования, члены совета, прошу голосовать. Пожалуйста, Вера Александровна, проследите, как голосуют дистанционно. Все за? Отлично, тогда пишем, что утверждаем протокол голосования единогласно. И мы должны обсудить заключение по диссертации, есть ли к нему замечания. Александр Сергеевич, у нас обычно замечание. У нас все, он даже замечательно замечает. Дорогие коллеги, кто дистанционно присутствует на заседании, всем по электронной почте тоже был послан проект заключения диссертации.
так, заключение диссертационного совета, так что оно у всех есть. Если есть какие-то замечания, пожалуйста. Кто за принятие заключения диссертационного совета, прошу открыто голосовать. Есть ли кто-то против? Спасибо. Секретарь зачитывает заключение диссертационного совета в результативной части. При проведении тайного голосования с применением системы дистанционного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них проголосовало, значит, 17, за 17 присутствующих, да, 0 против. Дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, состав диссертационного совета 21 человек. Таким образом, основную часть нашего заседания объявляю закрытым. Елизавета Сергеевна, поздравляю вас с присуждением ученой степени кандидата биологии. А я в свою очередь...